Приветствую вас, вам вообще-то говоря, рекомендуется терапия для созависимых, потому что если ваш сын выпивает, если у него алкогольная зависимость, то, скорее всего, вы тоже являетесь, созависимы. То есть, так же, как и ваш сын, вы зависимы, но только зависимы уже в некоторой степени от него. Вот. Вы зависите от него, и, соответственно, ваша зависимость от него, она вам, скорее всего, очень сильно мешает, вот, ваша зависимость от него, то есть ваша зависимость, она не позволяет, значит, адекватно себя вести, вот, с ним, и тем самым мотивирует его на еще больше количество алкоголя. Как это не парадоксально звучит. Вот, поэтому идея заключается в том, чтобы вы смогли эмоционально от человека отделиться, чтобы вы смогли эмоционально от него отстраниться, вот, чтобы вы смогли от него именно стать дальше, и чтобы смогли дать ему почувствовать себя, ну, скажем так, одиноким на своем пути, чтобы он смог вот на себе, да, на собственном опыте значит, прочувствовать как это, когда ты один, к примеру, как это, когда ты, значит, отвечаешь только сам за себя, вот, и когда тебе никто не помогает. Вот. Обратите внимание, например, на то, что вы говорите значит, что у вас сын выпивает, но вы не знаете, что вам делать. Вы не знаете, что делать. То есть выпивает сын, да? Выпивает сын. А что делать, не знаете вы. Причем вы не одна, а кто-то мы. Кто это мы? Почему эти мы как бы отвечают за сына? То есть, если сын выпивает, значит, он выпивает, но правда, он уже взрослый. Что логично, мне кажется. Вот, на все эти вопросы вам и нужно найти ответ. И почитать про созависимость, возможно, про психологическую игру алкоголик. Вот. Почитать.
так вы поймете, так вы просто лучше сможете понять, какова природа того, что делает ваш сын, и того, что его алкоголизм, его поведение, как алкоголик, это поведение человека, который в алкоголь вкладывает гораздо больше, чем вы думаете. Вот. То есть, что это значит? Что это значит? Это значит, что алкоголизм является оральной моделью поведения. Вот. Оральная модель поведения. Что такое оральная модель поведения? Это потребность в любви. Вместе с тем, это работа по избеганию тревожности. То есть, вы избегаете тревожности. Одним образом, а ваш сын избегает тревожности другим образом. Вы себе что-то запрещаете, и вам хорошо, а сын, напротив, себе позволяет, потому что вы себе это запрещал. То есть алкоголизм вашего сына по факту это именно реакция на определенные, на вашу определенные модели, ну, поведенческие модели. И вот о каких поведенческих моделях идет речь, мне кажется, нужно выяснять конкретно, о каких поведенческих моделях идет речь. Потому что важно, потому что это крайне животрепещущая тема, вот, потому как об этом сейчас, на данный момент, ваш сын пил. Понятно, что факторы, они есть другие, и что это не единственный фактор. Это понятно. Но именно семья является причиной того, почему ваш
сын, что это отражение вашей модели поведения по отношению к нему самому. Это отражение вашего отношения к себе сейчас. То есть вот как вы относитесь к себе сами. Как вы там, ну, воспринимаете себя сами и так далее. То есть это все, к сожалению, про это. И если и когда вы будете относиться к себе более более ценностно, понимаете? Когда и если вы будете относиться к себе более ценностно, тогда ситуация будет способна стать другой. Но на данный момент, ваш сын является отражением того, что происходит у вас, что происходит в вашей жизни, что происходит, ну, вот, как-то в ваших отношениях друг с другом, вот, и искать проблему нужно, на мой взгляд, именно там. Измените свою модель взаимодействия с друг другом и самой собой. Изменится и модель взаимодействия с сыном. Изменится модель взаимодействия с сыном и изменится все. На этом я надеюсь, можно закончить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.